Валроса внедряет систему 6С. В Центре подготовки кадров по данной программе обучают с начала 2020 года. Эта система – один из инструментов бережливого производства, который применяют, чтобы оптимизировать организацию рабочих процессов. Основные направления работы по системе 6С – это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование и соблюдение безопасности. На сегодняшний день в Валроса по программе 6С обучение прошли более 150 человек. Планируется до конца года обучить еще 300 человек. Это работники разного уровня, от рабочих до специалистов и руководителей с разных подразделений, там, где внедряется данная программа.